Rodambra. Woo-hoo! Prepare to attack from behind! This ends here. Alarm, alarm, alarm! How am I supposed to do all this? Так, здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это South Park The Steve... Короче, я не буду пытаться даже произнести это, хотя слова-то не очень сложные. Stick of Truth, Stick of Truth, Stick of Truth. Я ведь знаю, что такое Stick of Truth, и это South Park. И, в общем, вы поняли, метамфетаминчики надо отдать, которые мы у бомжей в этот раз выменили. Вот, молодец, посылка у тебя, спасибо, друг. Пап, я закончил работу, можно я пойду поиграю? Где сегодняшняя посылка? Вот тут. Да, год для того. Хорошо, Твик, можешь пойти поиграть немного, но возвращайся до темноты, а то больше не пущу. До темноты, подобной снеже обжаренному помолу, полностью органической смеси, бля, херня какая-то. Спасибо, пойду переоденусь. Задание выполнено. Так, ну что ж. Ключ Твика. А для чего мне ключ Твика? Ага, я полагаю, вот для этой штуки ключ Твика. Перчатка Инока. Роба Инока. Но это для еврея, насколько я понимаю, или для этого, для мага. Ну ладно. Так. Все с телефончиками. О чем, значит, что нам еще надо сделать? Тут у нас чел-медведа-свин. А кого еще? А, пробраться вот в эту фигню. Да. Которая на самом деле... Ну, я же купил противогаз, так что мне надо не сюда пройти, а какой-то вот сюда. Угу. И я, кстати, довольно близко. Хорошо. Надеть только противогаз. Ну что ж, вперед. Так. Сталкер Чернобыля. Ну что ж, посмотрим, как я без своего шлема с ними справлюсь. Но я-то нанес больше половины, а вот это чмо его даже не убьет, наверное. А, нет, слушайте, у него тоже много урона. Но на самом деле, вроде бы все так просто, но как-то... ХП просто много отнимает, поэтому кажется то, что ни хрена себе, как много ХП мне отняли за один удар. Какая сложная игра. Хиродактиль. Жиродактиль. Окей, жиродактиль. Че вот это за хрень, медведь какой-то, блин? Медленней. Ага, можно было прям сюда и переместиться, в принципе. Что за херня? О, нет! Эй, парень, не могу ли я пойти домой после драки, чтобы меня предки не наказали? Наверное, у меня скоро появится новый этот. Надо было удар по яйцам сделать. Ни хрена себе, вот это как это вообще объяснить? Бля, совсем забыл про эту обилку. Может, у него есть какие-нибудь полезные способности? А. By the hammer of butters.
Бля, что-то я, наверное, неправильно делаю, мне так кажется. Хотя сейчас я выходит то, что он оглушился, значит. Еще одна победа за хорошими ребятами. Он оглушился, хотя я, по-моему, неправильно нанес 3 удара. Че, его облутать нельзя? Завербуйте токена. Воскрешающий эликсир. Ну, тоже приятно. Эй, Angry Birds. Клобук инока. Ни хрена себе, тут сколько всего. Сразу видно барыга. Сейчас еще надо одного. Бля, я не достаю до туда луком. А что делать? Я же вижу вот эту вот херню. Это тоже чермандыр какой-то, наверное. А, вот еще чермандыр какой-то. Велосирап. Велосирэпер. Господи. Ну ладно. Yeah? Да? Чем могу быть полезен? Что за... А, эльфы опять палку отобрали. Один момент. Благодарю за весть, путник. Немедленно поспешу в крепость Купы. Мам, не отвезешь меня к Эрику домой? Доступно особое умение? Вернитесь, Картман. Но я хочу домой к этому упырю пройти. Бля, я хочу вот эту штуку, и вот эту штуку, и все эти штуки. Бля, как-то не выходит. Кстати, надо сменить внешний вид. Получите при помощи исцелений. Пока никто не видел, его обмакнули в святую воду. Окей. Так. Ну что, я не могу, я мечусь туда-сюда, как сука, потому что я хочу все сразу сделать. Но, видать, к нему домой можно будет только позже пройти. Ну что, жаль, жаль, конечно, жаль. Не загораживайте проход, сэр, не могу смотреть на вас без ощущения глубокого стыда за себя. Это правильно, скотина ты эдакая. Ну что ж, возвращаемся, значит, на базу. Зачастую можно нокаутировать врагов еще до начала битвы, используя для этого предметы из инвентаря. Все солдаты прибыли для прохождения службы, великий магистр. Молодец, чмо, теперь все, что... Что, погодите, где же Фельдспар? Где мой вор 12 уровня? Да, кстати, где же Крейг? Его оставили в классе, что? Он показал дулю директору, вот его наказали опять. Если они заперли нашего вора, у нас никаких шансов забрать палку. Нужно его вызволить. Эй, нет, ни за что. Последний раз нам совсем за это попало. Пусть чмо рискнет. Чмо, ты должен вызволить нашего воришку. Да ты не очкуй. Я без твоей подготовки без тебя не... Блять, ну вы поняли. Встретимся у учебных бараков. Настало время магии. Ты дерешься хорошо, но чтобы победить, надо уметь контролировать всю мощь своих пуков. Очень важно применять магию сначала против врага в нужное время, в нужном месте. Сейчас я покажу тебе. Ты должен поклясться, что никогда ни за что не будешь пукать ни на чьи яйца, хорошо? Надо пукать на противника, а пукать ни на чьи яйца считается отстоем. Давай начнем обучение. Чтобы сотворить заклинание рев дракона, сначала надо очистить мысли, затем делать глубокий вдох и задним проходом вот так. Теперь пусть бурлит внутри тебя и рев дракона. Я покажу тебе еще раз, сделай вдох. Хрень какая-то.
Было замечательно, можно прожить 100 лет и так и не услышать больше столь мелодичное, звонкое звучание. Неужели драконорожденный наконец-то пришел? Теперь давай проверим твои навыки. Принцесса Кенни, можно вас на секундочку? Так не говори ему, хорошо, по-быстрому. Принцесса Кенни, сэр, Чмо хочет нам показать кое-что. Теперь вы двое, деритесь. Покажи принцессе Кенни магический навык, который я тебя научил. Молодец, сэр Чмо, это было здорово. Спасибо, принцесса Кенни, пока все. Он сказал что-то типа «Fuck you, fat asshole». Теперь тебе будет легче, чем? Где мне его применять? Я вообще без понятия. Кенни поможет тебе в этом дело, Чмо. А теперь приведи Крейга, я пока отдохну на троне. Свербуйте Крейга. Иди в школу. О, я третий уровень. Чё у вас есть на третий уровень? Молот. Нуба. Для неофитов. Ну, давайте попробуем. Он дешёвый, так что, в принципе, пофигу. Снаряжения нету. Что это такое? Добавляет 10 шока урона при идеальной атаке. Добавляет 10 огненного урона при идеальной атаке. Окей. Звучит клёво. Зачёс Картмана. Волшебную при помощи что-то там при блокировке атаки. Так, ладно, что у нас тут? Ну тут значительно больше урон. Не знаю, имеет смысл. Ну, пока будем считать, что имеет. Увеличить запас здоровья. Сырные подушки восстанавливают здоровье на каждом ходу. Перчатки. Исцеляющие способности восстанавливают на 10 больше здоровья. От исцеления получают дополнительно 25 здоровья. Но я не умею лечить, так что... Так что это все бессмысленно. Блин, как бы это все... Ну вы поняли. Отметить. Хотя, я думаю, это бесполезно. Так же, как и это, впрочем. Хотя, нет, это еще можно. Так, дротик. При идеальной атаке цель начинает истекать кровью. До 3 случайных целей получает удар. Добавляет 10 урона при идеальной атаке. Блин, клевая штука, дротики. Возможно, у тебя диабет. Так, ну ладно. Пошли, теперь с нами Кенни. Меняй напарника с помощью Пи. Что у него за способности? Самоочарование. Кенни отвлекает внимание врагов своим королевским присутствием. Роскошный поцелуй. Поцелуй застает врагов врасплох. Врага тошнит от отвращения. Твоя красота очаровывает фауну и натравливает ее на врагов. Ну, давайте попробуем Кенни. Уровень. Что? 272 из чего? Из 4000? Семейный статус холост. Капитал 45 баксов. Угу. 272 из 450. Ну просто странно, потому что здесь так мало это было. Это, ну, что здесь 4000. Ну ладно, 18 друзей.
задание, созови лучших. Ну что ж, давайте попробуем вызволить. Is that Spanish? Это что, испанский? Oh my. Ну, по крайней мере, Кенни не будет болтать постоянно. А зачем я ухожу оттуда? Там же была эта фигня. Телепорт. Надо только узнать, куда мне надо, собственно. Так, школа. Школа, я видел вот здесь. Вот школа, да? Нет, это отделение полиции. Вот школа. Дом культуры. Вот школа. Точно. Окей, надо как-то туда переместиться. Она... Как-то она быстро перенеслась с кухни на этот. Халтурит, наверное. Так. Так, и что у нас? Ближняя к школе здесь, да? Надо просто до упора бежать налево. Что у нас тут? Ни хрена себе. Зачем это я это сделал? Я же так до сундука не доберусь. Из-за того, что сам же огонь не сделал. Бля, вот эта подстава. Кинь есть лук, по крайней мере. О, там какой-то чермандыр. Бля. Можно как-нибудь интересно выйти туда? Нет. По сюжету, видать, придется. Так, бирюзовая краска и деньги. Школа. Крейг, ты наказан. Перестань уже смотреть на свои часы. Ты застрял здесь на 3 часа, приятель. Понял? Ясненько, да? Понятненько. Крейг, ты думаешь, что твои друзья снова вытащат тебя отсюда? Меня зовут Фельдспар. Я вор 6-го уровня. И люди скоро вызволят меня. Нет, тебя зовут Крейг Такер. Я тебя оставили после уроков. Начни делать домашку. Все двери заперты, а дежурные работают сверхурочно. Никто тебя не спасет сегодня, Крейг. Понял? Он же... Почему 6-го? Он же сказал 12-го. Ты можешь изменить уровень сложности игры в любое время. Но я скоро чувствую, я воспользуюсь этим советом, потому что... Если здесь... Так всекают каждый раз, когда ты не успеваешь заблокировать. Бля. Это гопы, гопники. Гопы. Один клёвый старик продает шмотки на другом конце города. Я тебя умоляю, какой год ходит в таких шмотках? Мы не тусуемся с конформистами, смени прикид. Ну, может, если я сменю прикид, они на самом деле заговорят со мной. Кто знает. Бля. Я вижу только смерть и гниение. Для меня вы только гниющий труп. Довольствуйся своей популярностью, своими 9 детьми и чем-то там еще. Наверное, надо через главную дверь войти в школу. В натуре. Ну, с эльфами надо было справиться, конечно, и спробовать. Прошу прощения, но ученикам не положено находиться на территории школы до 7:30 утра завтрашнего дня. Вот и все. Ты изучил рев дракона, так что теперь атаки оружием будут усилены магией. Нажми клавишу В, когда увидишь зеленую вспышку, означающую попадание. Давайте, кстати, попробуем. Моим новым топором. Много урона. Лук Кенни. И все, что ли? Один выбил из строя. Повторяю, дежурный выбил из строя. Всем дежурным прибыть в правый коридор. А вот и они. Они тебе не помогут, Крейг. Ты не выйдешь отсюда. Да я выйду отсюда. Что там? Бля, ну может, если бы я по-английски говорил, я бы еще понял,
что он там говорит, но с такими субтитрами явно не одолеть этот замудренный язык. Новое сообщение от пользователя Токен. Hail of Honor. Это водитель автобуса, училка, шеф. А чё это за два упыря? Вот это вообще не знаю. Этот, по-моему, ну, упырь, короче, был в серии какой-то. Так, чё за сообщение там? Жопы в огне 2 вышел, пацаны. В него вбухали 250 миллионов. Должно быть круто. Забыл предупредить, в школе дежурят рыжие. Если тебя укусит, тебе все равно кирдыкс. Так что даже и не думай припереться обратно и всех перезаражать. Теперь, когда с крысами покончено, тараканы размножаются бесконтрольно. Сдается мне, мать природу не облапошишь. Ах, да, что... Нет, сейчас. Все? Все. Пластиковая кружка. Ну хорошо, а дальше что еще? А вот вижу проход. Повернитесь лицом к огню и используйте рев дракона, а затем отпустите G, чтобы выпустить рев дракона на волю. Что? Бля, и туда. Эликсир силы. Все враги, попавшие в область срыва, будут уничтожены. Используй этот прием, чтобы сражаться было легче. Эликсир маны. А в натуре я воин, то есть, но у меня есть какой-то там рев дракона. Это в натуре намек на этот. Лол. Можно было и так их замочить. Без рева дракона, вероятно. Че такое? Все закрыто. Go, коус. Вперед, корова. Сам себе хп отнял. Ты не пройдешь через ту дверь, понял? Найдите ключ. Ты можешь даться прямо сейчас. А я спрятал ключ, ты никогда его не найдешь в моем кабинете. А, черт. Ну ладно, пошли, найдем его кабинет. Когда ты в бою, от врагов можно избавляться по-разному. Некоторые действия позволяют уничтожить всех врагов сразу. Рев дракона 40 маны позволяет один раз выстрелить врага мощным магическим зарядом с близкого расстояния, который также оглушает противника. Ну, у меня, видать, 40 маны нет. Сколько у меня маны? Не написано. Ладно, испробуем дротики. Ни хрена себе, а чё у него столько брони было? Ага. Бля. Надежная защита. А, и один хрен умер от... Ну, вы поняли. От кровотечения. Рыжие веснушки. Интересно, если Картману с такими веснушками прийти, что он скажет? Будет какой-нибудь? Какая-нибудь реакция. Серебряный ключ требуется. Бля. Нет, нет, отвалите от меня, уроды. Деньги, рыжий парик. Латунный ключ.
Соберите латунный ключ. У кого? Так, надо что-то сделать. Преодоление некоторых препятствий требуется помощи напарника. Жми Q, пока не выберешь управление напарником. Ты че, бля? Сиськи! Каждый напарник полезен по-своему. Ты видишь иконку помощи друга там, где без нее не обойтись. Там какой-то медведь был. You can take the brass key from my cold dead hands. Так, чё? Бля, тут еще и третий. Надо всех троих. Вот теперь все трое обезоружены. Ни хрена себе, у них просто три удара, короче, они ни во что тратятся. Дождь красной смерти. Это неприятно. Так, а чё у неё есть? Самоочарование, предметы. Предметы... Целебный эликсир. Ну, мне хватит, в принципе. Так, а способности у неё какие? Поцелуй заставляет врагов... Врага тошнит от отвращения. Твоя красота очаровывает фауны. Так. Ну, у Кенни тоже получается некоторая проблема. Бля, я из-за крови не увидел из-за этой блевотины. Так. Так. Чё бы сделать такого? О, а чё он столько урона получил? Много. Так, большая порция. Нет. Большую порцию я ему не дам. Невозможно употребить пищу, потому что стошнило. Побочных эффектов нет. Ну и похилиться я теперь не могу. А, можно поменять прямо во время боя? Лол. Забавно. Так, ну, очевидно, этому надо пробить защиту. У него три защиты. А в этого я почему попал один? А, разброс такой. Причем даже в трупах попадает. Это как-то не круто, что ли? Так. Бля. Ну что ж, от таких, по крайней мере, несложно уворачиваться, но он все равно потерял кучу хп. Так. Ну, он, я думаю, он выживет, и нет смысла его заменять. Много он урона наносит, однако. Упырь какой-то вернулся. Хм. Ну, не сильно-то он оказался страшен.
Лоу вообще с одного удара. Но это скорее заслуга моих самурайских доспехов, которые немножко нечестно были получены. Я знаю, что насилие ничего не решает, но мне это нравится. Мы потеряли еще несколько человек, мы несем тяжелые потери. Черт, дежурный, пора бросить свои шуточки. Латунный ключик у него, он типа драконорожденный. Теперь послушай, ты дежурный, сейчас не время играть в подземелья и драконы. Кроме того, он никогда не попадет внутрь, так как ему нужен золотой ключик. Чтобы достать золотой ключик, нужен серебряный ключик, понял? И даже если у него есть латунный ключик, то он все равно не прошел уровня с боссом. Понял? Окей. Уровня с боссом. Мяч для игры вышибалы. Это может быть еще круче даже, чем этот. А. 25-52. Отскакивает, ударяет по случайной цели. Наносит дополнительный урон, пробивает броню. Слушайте, ну... Посмотрим, попробуем. Ключик для игры вышибалы. Так, я ничего не пропустил. Вот этот вот, дженитор, уборщик. Октябрь. Это вообще подземелье, дурацкие комнаты, в которых нечем заняться. Значок ДРС, рыжий-рыжий. Нашивка-целитель. А, кстати, я же нашивку себе не сделал. А как ее сделать вообще? Так. Так, это что у нас тут? Целитель. Заляпанный дерьмом значок. Я понял, что надо щелкнуть. Уберите, блин, наоборот мешает. Ну ладно, четвертый уровень нужен. А на оружие тоже можно, значит, да? А, вот это вот одна фигня, это значит можно одну штуку, да? Так, добавляет 3 урона огнем. Хорошо. При идеальной атаке. У меня всегда идеальные атаки. О, терек не такой. Так, и что-то я еще хотел посмотреть. Может, в мячик можно еще что-нибудь засунуть? Добавляет 20 точнотворного урона при идеальной атаке. Чего идеальная атака уменьшает количество щитов на 1? Ну, это, кстати, полезная штука. А это что? Бонус к атаке, когда убиваешь врага. Ну, я думаю, можно и старый одеть. Так. Что еще я хотел заменить? Вроде все. Так, а что... Че, у уборщика ничего больше нельзя сделать, что ли? Вот эти вот желтенькие, они для чего? Желтые бутылки, просто желтые бутылки. Как не круто. Я всегда хочу, чтобы что-то было с подтекстом. Так, у меня есть латунный ключ, да? Ну и, конечно, все можно было сделать, как всегда, проще. Это что еще за студент месяца? Ученик месяца. Бюллетень сэндвича с дерьмом. Это когда они голосовали, типа, сэндвич с дерьмом или какая-то там еще одна хрень. Он тут, охраняйте ключ. Так. Что-то тут еще должно быть, наверное. Нет? Это все? Осколок стекла. Добавляет 10 урона при идеальной атаке. Клево. Ну что ж. Максимум, что с вас осталось, ребятка, это вас обыскать. Они называют меня Милор. Так мило. Не бойся просить помощи у своих друзей.
Дилдомолот в школе. Я нашел в школе дилдощекотун для задней двери. Просто жесть. Так, а чё, протекты за Ки, а где сам Кита? Странно. Может, я уже взял его? Его можно как-нибудь получить в инвентаре или типа посмотреть? Инвентарь. Не, наверное, ключи в инвентаре не отображаются, да? Какие-нибудь квестовые задания. Нет? Судя по всему, нет. Эй, не забудь ключик. А где? Я не понимаю просто. Надо использовать для чего-то рев дракона, но я не пойму для чего. Странно. Your word is a command, my lord. Don't be afraid to ask for help from your friends. Don't be afraid to ask for help from your friends. Не бойся спросить помощи у своих друзей. Ну давай, говори мне, где ключ-то достать? Я не вижу вообще ничего, где он мог бы лежать. Your word is a command, my lord. Dude, you shit your pants. А может, надо типа попросить помощи у напарника? А, я понял. Я думал, мне капец, там целая толпа, они слишком сильные, слишком рыжие. Может, этот серебряный ключик поможет тебе найти золотой? У тебя есть шанс сделать то, чего не удалось мне. Мне, освободи узников. Хорошо, я понял. Открой дверь в кабинет мистера какого-то там. Очень надеюсь, что мы найдем золотой ключик, иначе мы зря искали серебряный. И чё, это его кабинет? Осторожно, чмо, это логово Маки. Один неверный шаг, и мы окажемся под стражей. Ломастер, лобковые волосы. Что у них за мания лобковые волосы хранить? Ошибка черлидер. Получает одно очко мощи с каждым ходом. Вот это, кстати, полезная штука. Очко мощи с каждым ходом. Бля. Пожалуй, засуну в доспех. Да. Золотой ключик. Еще никто из людей не выдержал его в руках. Будем надеяться, его сила позволит нам открыть дверь в столовой. Все, больше тут ничего нельзя исследовать. Вот проблема вот таких вот меток желтых, то что типа то, что желтое, то значит можно это активировать. Проблема в том, что все желтое, когда видишь, становится это. Дальше ни шагу, незнакомец. Где твой пропуск? Главный дежурный. Нет пропуска? Тогда жди письменный выговор. Ага, это босс. Удачи в схватке с боссом, молодой человек. Неужели вы до сих пор думаете, что это игра? Разрешаю открывать огонь на поражение. Так, попробуем мяч для игры вышибалы. Ха, надо было правой кнопкой, значит, сжать, а я левой нажал. Неприятно получилось. Так, ну,
Ебать, у него 14 армора. Сколько же я ему урона? Хотя нет, урон столько же примерно. Ебать, у него... Он сейчас просто сдохнет. Заклинание рёв дракона — прекрасный способ прервать подготовку противника к сокрушительной атаке. Да, только вот у меня нету маны. Ну ладно, давайте попробуем восстановить маны. Бонус к мане. Так. Ну, себя он похилить не может. Придется использовать эту штучку. Но слишком уж много урона. А у этого слишком уж усиленная атака. Скоты тоже жрут. Проблевался, блин. Надо было ему вообще по яйцам врезать. В следующий раз нужно его остановить. Как его в следующий раз остановить? Так. Так, похоже, мы зашли в тупик. Есть у меня одна идея. Trespassing in the school's halls is testament to trespassing in the office of Principal Victoria herself. Вот такая вот у меня идейка. Этого должен вырубить. Вырубил? Бля. Я пока руку чесал, все проебал. Так. I'm just itching to use this referral slip. Так. Значит, что мне с ним делать? Интересно, с одного удара я ему... Ну, немного. Но, по крайней мере, он горит. Это приятно. Да, ладно. Пусть горит. Так. Да как ты ж горишь, сука? У тебя волосы горят. Как ты ешь? Что? Когда твое оружие начнет мигать, жми левую кнопку мыши для обычной атаки, правую для мощной, или кнопку, чтобы пукнуть. Ну чё, остался последний? А, все, даже не осталось последнего. Ключ от шкафчика дежурного. А где его шкафчик? Булава регенерации. Ну, урон у него маленький какой-то. При идеальной атаке восстановит 5% здоровья, но если дополнительный урон пробивает броню, позволяет провести несколько атак, пробивает щиты. Ну. По крайней мере... справились. Твою ж мать, Крейг! Ну что ж. Спасибо, что вытащил меня, пацан. Кто ты? Как тебя звать? Ну ладно, поведу-ка я в крепость Куб, и может увидимся там. Четвертый уровень. Ну давайте в крепость сходим. Че у нас там теперь какая-то новая мощная будет заваруха. Но узнаем, что за заваруха в следующем видео.
А пока, если вам понравилось это, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите продолжение. Да, вот так вот. А с вами был Сет. До свидания.